Чуть больше суток остается до окончания народного голосования за звание молодежной столицы России. От Приволжского федерального округа в семерку городов-лидеров вошел Нижний Новгород. Голосование завершится в ночь с субботы на воскресенье. Статус молодежной столицы дает возможность проводить различные мероприятия и проекты, участниками которых могут стать и ульяновцы. Голосование проходит на сайте dom.fadm.gov.ru. Есть несколько способов авторизации во избежание накруток в голосовании. ВАИС «Молодежь России» через ВКонтакте, Госуслуги или через сайт добро.ру.